Всем привет, друзья, с вами Грегори, и вот он, долгожданный, 16-й выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Первое обновление в этом выпуске, у нас два новых живых здания. Предыстория появления этих зданий, можно сказать, появилась, курьезный момент произошел, такая курьезная история до того, как эти здания были построены. Я хотел изначально построить, и это были просто трехэтажные сталинки. Именно в таком же окрасе, как эти дома, но я потерпел фиаско в том, что эти дома были, можно сказать, индивидуального проекта, а не типового. А я, как известно, можно сказать, приверженец типовых проектов живых домов. Поэтому я решил построить эти дома просто на основе этих живых зданий. Ну, как бы, можно сказать, сделать альтернативу тем же домам, что... тем же сталинкам, которые планировал строить. Внутри, честно говоря, ничего нету, то есть, абсолютно, вот, тут пусто. Но, тем не менее, мне эти дома понравились в основном из-за окраса здания. То есть наверху белая полоска, здесь белая полоска, а все остальное красного цвета. Тут практически то же самое, только первый этаж здесь только в желтый цвет окрашен. А тут красный, как и все остальные этажи, просто еще и полоска имеется, разделяющая первый этаж с остальными этажами. Летим к следующему обновлению, это уже на окраине города, уже на Комендантском проспекте. Вот у меня новое живое здание, кстати. Это тоже здание, что и вот это, правда, уже в другом, то есть в другом окрасе. То есть здание сделано из гладкого песчаника с красной полоской сверху и... оформление подъезда сделано из белой керамики. Также добавил детский сад номер 3. Третий детский садик по счету. Сделанный же тоже из гладкого песчаника и с дополнительными вставками из кирпича. Внутри все так же, все как обычно, то есть как во втором детском саду, так что особо зацикливаться я смысла не вижу. Также добавил 10-этажку, девятиэтажку. Это, можно сказать, 9-этажная версия 5-этажки, которую я строил в 5-м выпуске про поликлинику. Таких я сделал 2 штуки, то есть одна на Комендантском проспекте, другая на Дачной улице, на перекрестке с улицы Бакинских комиссаров. С другой стороны этого здания есть также пристроенные помещение, то есть салон связи Билайн, Сбербанк, магазин одежды Телепорт, аптека и библиотека. Также я добавил остановку, которая изначально называлась Дачная улица, а теперь называется как библиотека. Что ж, начнем с библиотеки. Библиотека имени Пушкина. Тут у нас библиотека сидит, тут у нас картотека, где лежат читательские карточки посетителей. То есть мы подходим, берем какую-то книгу, то есть на определенный срок нас записывают, и мы должны в какой-то день вернуть ее. Тут уже книги лежат. Дальше уже есть читательские места, где человек может сесть и почитать книгу в тишине. Хотя чем-то выглядит как школьный апарт, как небольшой кабинет. Где в принципе это не просто библиотека, но еще и там есть место для проведения различных лекций. То есть библиотека это не просто место, где типа тупо лежат книги. И все. Летим дальше, у нас такая вот аптека, то есть эмблема в виде зеленого крестика. Надпись аптека, тем более, не государственная, не частная, а чисто городская. Хотя планировал назвать его как аптека Айсатовский аптечный склад. Но это как Челябинский, как говорится.
Тут у нас такое все как по-спартански, тут у нас три кассы таких вот, я пошел типа, и дальше витрины с лекарствами, все. В принципе, ничего сверхъестественного здесь нету. Магазин одежды, телепорт, так вот выглядит, смотри. Тут у нас касса, тут у нас одежда различная, то есть плащи, куртки и прочее. Сбербанк. Ну, Сбербанк как Сбербанк, то есть ничего особо. По интерьеру тоже видно, что ничего сверхъестественного здесь нету. Кассы, сиденья, чтобы дождаться своей очереди, и все. И салон связи Билайн. Тут уже касса стоит, а здесь уже витрины, где лежат планшеты, телефоны, сим-карты и так далее. Это, можно сказать, первая салон связи в Айсатовске. И последнее обновление, то, что я решил все-таки позаботиться о том вот, сейчас на секторе города решил добавить более нормальный магазин, в отличие от того же фикс прайса. То есть я решил добавить более, скажем, лаконичный магазин. То есть я добавил Dixie, короче говоря. Вот так вот выглядит Dixie. То есть я делал, как бы сказать, ну, то есть сделал его, сказать, как обычный Dixie, как обычный магазин Dixie. То есть, фасад я брал лично с снял с интернета и сделал его в Майнкрафте. Магазин располагается по адресу Дачная улица, дом 14. Дальше нас почитает надпись «Магазин Dixie». Тут у нас такие три кассы, то есть одна касса совмещена с другой, и она лаконичная. Тут у нас лежат замороженные продукты, тут у нас два входа, один вход в служебное помещение. Кстати, да, вот я пока строил, можно сказать, я сделал необычный образ, вот, я оформил склад вот такие вот необычные образы, просто поставив в полке, типа там продукция лежит. Тут уже тоже полки с товарами, тут уже замороженная продукция, тоже, ну, холодильники добавил, ну, типа там напитки лежат, все такое. И дальше оделся фрукты и овощи. И еще один сюрприз, то есть уже здесь уже, так сказать, журналы с газетами лежат. Не знаю, как у вас в Диксе, но в моем Диксе, в торговом комплексе Светофор, там тоже вот газеты продаются. Правда, там из тех, что продаются, это только Комсомольская правда и Делисим. В Монетке также, то есть. Такая же фигня, можно сказать. И, в принципе, все. Кстати, вот можно просто вот взять и добавить, типа там табак или типа там сигареты. Кто заказывали Westbound? Пожалуйста, держите его. Вот, в принципе, и все, друзья. Это был долгожданный 16-й выпуск проекта «Город в Майнкрафте» второго сезона. Понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи. Всем удачи, до новых встреч. Пока.